слово у тихой любови и нежно торкнися моєї душі, щоб знову дзвонили прекрасні нові мелодії неба в ранковій тиші. Thank you.
Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги. Их любовь во сто крат горячей, чем друзей и любимой подруги. Материнской любви не опять в летний зной и в пургу и в стужу. Она все вам готова отдать, все до грамма, даже душу. Берегите своих матерей, вам их ласки никто не заменит. Среди пасмурных жизней дней кто поймет вас и кто оценит? Кто возьмет на себя всю боль, все терзанья души и муки? Мать не даст вместо хлеба соль, мать всегда к вам протянет руки. Даже если накажут строго, матерям никогда не лгите. Им ведь надо совсем немного, только очень их берегите. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги. И сыновьей заботой своей уврачуйте их все недуги. Не оставьте их без участия, берегите всегда их, дети. Не может быть полного счастья, если матери нет на свете. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги. И сыновьей заботой своей уврачуйте все недуги. Не оставьте их без участия, берегите всегда их, дети. Ведь не может быть полного счастья, если матери нет на свете. Искупил мою.
Слава Богу, дорогие друзья. Сегодня есть за что благодарить нам Господа, правда? Мы имеем такие собрания, служения, можем просто приходить в дом молитвы, славить и прославлять имя Его Святое. Не всегда так было, это знает старшее поколение, которое пережило те года лишения, те года, когда невозможно было просто прийти в дом молитвы, склонять колени, за это сажали, даже за то, что нашли, находили Библию. Но в некоторых государствах сегодня продолжается гонение, и эту песню, которую я хочу сейчас спеть, Бог меня побудил написать именно как раз для церкви, церкви, которая сегодня еще преследуема. Но я верю, что это не напрасно. Скоро, вскоре мы все встретимся там у ног Иисуса Христа. И даже с теми, которые когда-то и еще после того, как Христос вознесся с этой земли, которые пострадали, мы вместе встретимся с ними. И вместе будем благодарить Бога за то, что Он нам открылся, за то, что нас спас. Меня гнали, будут гнать и вас. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Благословляли палачей. В истории не выдернуть страницы, ведь помнит Колизей могучий Рим, как тысячи учеников Мессии на смерть свою достойно верно шли. Тысячи учеников Мессии на смерть свою достойно верно шли. Спустя столетия в час средневековья жгли истину святую на кострах, желая заглушить живое слово. Но церковь Бог в гонениях умножал. Желали заглушить живое слово, но церковь Бог в гонениях умножал. В лесоповалах, в лагерях России всего лишь 40 лет тому назад на каторжных работах от бессилия наш брат за веру в Бога умирал. На каторжных работах от бессилия наш брат, друзья, за веру умирал. Христова церковь, дорожа свободой, не забывай в молитве ты о тех, кто завтра, ну а может быть сегодня, за веру в Сына Божьего.
что завтра, ну а может быть сегодня. За веру в Иисуса примет Христос воскрес, ликуйте небо и земля.